Смотри, дегустатор. Хватит ли яда? Не пожалел ли я? Не шути так, Шакерага. Типун тебе на язык. Такие шутки грех. Пускай несут султану. Здесь все чисто. И славно. Еще. Десерт готов. Десерт готов, несите. Осторожней, не растряси. Это айва под взбитыми сливками. Десерт готов. Несите. Сладости, наконец-то. Повелитель, я так люблю сладкое. Боль скоро уйдет. Мы будем счастливы. Мой султан снова полюбит меня. И не отпустит от себя Мустафу. Госпожа. Все сделала? Как договорились. Не беспокойтесь. Отравлена. Яд в ее тарелке. Точно? Госпожа, вы здоровы? Я... Голова болит. Не могу терпеть. Не торопись. Это все тебе. Не спеши, не спеши. Ты словно дитя. Это не я. Сын просит сладкого. Хиран. Хюрен. Что с тобой? Хюрен, в чем дело? Очень болит. Стража, все сюда! Хюрен, мы здесь, повелитель. Главного лекаря. Хюрен. Хюрен, ответь. Что вы стоите? Ибрагим! Прости меня, Аллах. У меня не было выхода.
Хюрем, ответь! Хюрем, очнись же! Хюрем! Дыши, Хюрем! Хюрем, дыши! Хюрем, приди в себя! Не дышит! Хюрем! Хюрем, очнись! Она ела десерт и вдруг потеряла сознание и упала. Несите таз. Похоже, чем-то отравилась. Так спаси ее! Надо поднять ей голову и дать понюхать вот это, чтобы стошнило. Вот, таз. Звука. Значит, не съела. Или просто твоя девчонка испугалась. Иди, разузнай все. Найди ее. Нет, 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 нет. Постой. Заподозрит. Госпожа, не беспокойтесь. Скоро мы все узнаем. Клянусь, вам еще до утра добрые вести. Шш. Внизу кто-то бегает. Какое-то движение.